Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Darksiders. Будем дальше проходить игру. Так, нам теперь нужно туда наверх. Так. Порталами попрыгаем сейчас опять. Ждем свою остановку. Пусть бегут и неуклюжие пешеходы по лужам, кровь по асфальту рекой. Так. Какой электричкой я должен туда попасть. А, вот как можно. Тун-тун-тун-тун-тун. Где же этот проход-то, чертов, а? Или я что-то не то? Так. Опа-на, а где у нас ключик тогда?
здесь получается, значит. Непонятно, куда вывалился. Пока сообразишь, опупеешь. Блин, тут взрывчатка нужна. Надеюсь, она хоть где-то есть. То есть вообще никак еще. Да, здесь закрыто. По кругу, что ли, пошел? Thank you.
Возникает столь риторический вопрос. Как? Где-то должна быть же эта хрень. Вон там. Я обратно сюда вернулся. Где же этот ключ должен быть? Этот портал нужен для того, чтобы переместить луч. А куда мне самому-то лезть? А, вот как. Теперь все ясно. Даже проще, наверное. Блин, нафига он сиганул сам? Так.
Нам нужен портал сюда. И туда получается. Так, где у нас бомба здесь была? А вон она. Туда. Так, куда же нам идти-то? Нифига. И куда же нам теперь идти? Как мы слетели.
Ага. Блин, пока додумаешься, опупеешь раз 10. Так, то есть нужен прямой ход. Даже додуматься, понять, что куда двигаться и куда направить. Господи, боже мой. По-моему, добираться до босса сложнее, чем самого босса убить. Ё-моё, это столько надо было проделать, чтобы попасть туда. Да. Так, теперь... Блин, как же трудно добраться до последнего низ на ключе.
Блин, с такой радостью их открываешь уже, что, блин, скоро конец. Сейчас какая-нибудь опять хрень будет падать. Ну что, вылезет кто-нибудь, чтобы я не скучал. Ну, хоть кто-то. Чё? О, я люблю вас, ребята. Распилка. Любит прием. Все зачищено. Так, дальше погнали. Чую. Сейчас какая-нибудь мини-хрень вылезет. Опять эта гребаная чума. Мать вашу, сколько там? Что бы с тобой? Эй, чувак, ты знаешь, что ты... Не раскручивайся. Да ладно. Бля, хоть здесь это здоровье становить. Ненавижу такие махачи, когда...
дерешься, блин, хрен знает с какой толпой и хрен знает кого. Вон наверху еще сыночек. Так, откуда я вообще пришел? Так, там закрыто, ну значит туда. Так, где там камень был? Так, подождем. Что-то я не то сделал, походу. Меня перенесли, что ли? Опять чума. Да вы задолбали со своей... Так, минус один есть. Да ну. Так, что-то мы еще не дошли. Сам безопасное вид оружия. Единственное, что бы парализовал момент атаки. Интересно. Нет, так лучше не буду рисковать нафиг.
Сейчас будет вертухан. Блин. Еще сейчас вертушка будет. Гребаный слив в унитазе. Воронка фиговая. Давай, давай. Ну все. Да ладно, вы что, шутите? Еще что ли? Своего же. Малыш, ох ты, ё твою мать, а. Сколько ж вас тут еще вылезать-то будет? Хотя, в принципе, души можно понабивать. Да ё-моё. Не давать зажимать себя в углы. Своих же пускай месит. Надеюсь, больше говна не вылезет. Твою же бабушку. Твоим же дедушкой. Да сдохни, пока, наверное, эта скотина не сдохнет, остальные будут так и лезть. Всех разрежу нафиг. Вот он. Теперь два засранца. Ну и сколько ж мне вас дубасить? Где другой газ защищает? Так, оба уже походу без голов там или что-то.
блин, в спину. Блин, даже не тут и сильный удар нанести. Ну, давай, давай, давай. Давай, давай, молодец. Давай, 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 с вертушки. Теперь тебя будем. Твоя душа будет моя. Святые черепашки ниндзя. Да, долгое путешествие. Чё-то я не то активировал. Хотя, то. Так, наверное, на этом-то я закончу, что я так долго путешествовал уже. Всем спасибо за внимание, оставляем комментарии под видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, ждем дальнейшего продолжения игры. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока!